Глазурь из ниток и конфетти из иголок. Кулич по оригинальному рецепту связала жительница Первоуральска. На нашем телеканале продолжается конкурс «Пасхальная корзинка». Новая участница сегодня принесла в редакцию сразу несколько поделок. Использовалась обычная пряжа, обычный наполнитель синтепон. А украшение, что дома нашлось, тем и украсила. Ну, вот вы говорите, сначала думали блески, да, какие-то вот? Да, бисер пришить. Но потом подумала, что это займет очень много времени. Использовала обычные иголочки. Сотрудница полиции Татьяна вязанием увлекается почти 20 лет. Большой кулич, пасхальные яйца и цыпленка она смастерила за 3 вечера. Женщина рассказывает, над поделкой работала до глубокой ночи. Чтобы вдохнуть жизнь в работу, мастерица украсила ее ветками вербы. В конкурсе «Пасхальная корзинка» Татьяна участвует впервые, говорит, посоветовали друзьям. В телепроекте может принять участие любой желающий, кто до 19 апреля сделает поделку или сувенир на пасхальную тематику. Работы принимаются по адресу проспект Ильича, 14, второй этаж, по будням с 10 до 18 часов. В конкурсе будет 3 победителя. Первого выберет спонсор проекта, второго телеканал, третьего путем голосования определят интернет-пользователи сайта первомедиа.ру. На поощрительные призы получат все участники конкурса.